Число вообще? Сегодня 4 февраля. Да, 4 февраля. Вот, мы идем в библиотеку за лучшим печенье, которое называют Тика. Ну, в общем, библиотека, Тика, печенье. Мы часто сюда ходим погреться, попить вкусный кофе и поиграть в железную дорогу. А вот эти два пассажира. У-ху! Ну вот кто-то отвлекает Ульяну. Давай. О, какая красота. Смотри-ка, панда. Панда. Крокодил. Смотри, что там еще? Бабочка. Очень красиво, да? Нет. Ульяна хочет другую книжку, да, про собачку. Непроизносимое имя. Энча. Энчо. Или... Мышка. Не знаю. Мышка. Да. Кто-то игрушки свои принес сюда. Показывает, какие красивые есть игрушки. Ты хочешь... за Тикой пойдем? Лу, за Тикой пойдем? Тика. Ой. И вот оно, долгожданное печенье. У-ху. Вкусное печенье. Я люблю ходить в библиотеку, скажи, просто так, бескорыстно, без печенья и кофе. Mm-hmm. Просто ради атмосферы и книг. Mm-hmm. Да? Если ты мне еще не испортил, я мир потребления и сахаров, и муки. Да, мир без глютена, Ульяна. Это прекрасно. Смотрите-ка, он еще жив. Стивен Спилберг, живее всех живых. Вот мне нравится вот эта книжка. Вот. Прямо книжка для меня. Все, печенье почти уже съедено, доедено. У Ульяны есть один зуб, и этот зуб на пятачка. Вот что до сих пор беспокоит Америку. Не перестают они. Смотрите, будем жить как в России сейчас. Даже никуда переезжать не надо. Что еще? Однополые отношения еще тоже беспокоят. Куча журналов по материнству, которые рассказывают о том, что все будет идеально. Вот это самое актуальное для нас сейчас журнал. Про старые дома. Дети спят. And this is old house. And I'm your host today. А это мой новый контрактор. Хочешь, ты подсказ, пускай закончился. Это ремонт. Бесконечно. Не буду красить. Плохо получается. Ты просто слишком. Пор. Когда ты будешь на моем месте замазывать? Эти дыры, тогда, возможно, я буду не слишком, вообще буду не слишком. Ага?
перфекционист. Договорились? Хорошо. Пойду готовить обед. И не вмешиваться. Ну ладно, в общем-то, мы идем в библиотеку. А что же мне рассказывать-то тогда? Не надо слишком жизнерадостно рассказывать. Так об этом мы идем, получаем удовольствие. Очень холодно. Я не получаю никакого удовольствия. Очень холодно. А, я уже успела замерзнуть даже. Какое-то ничто.